Вы смотрите отзыв об отеле Caribe Club Princess Beach Resort and Spa. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Татьяна Лопаревич, который был в нем в 2015 году. Добрый день! Хочу рассказать об отеле и отдыхе в Доминиканской Республике. О туроператоре ничего сказать не могу, так как путевку заказывала сестра, проживающая в США. Сразу хочу сказать тем, кто собирается в Доминикану первый раз. Лететь туда на одну неделю. Лично мое мнение, не имеет смысла, долгий перелет. Разница во времени, не успеваешь опомниться. Как надо уже улетать обратно. Но побывать там хоть один раз стоит. Отель мне очень понравился. Большая, зеленая, красивая территория. Много бассейнов, много красивых растений и цветов. По территории ходят павлины и разные другие птички, и вообще много всякой живности. В общем, рай. Океан тоже чудо, теплый, ласковый, но всегда с волнами. Мы были с 14 по 21 марта, может, это время года всегда так, не знаю, но мне бы хотелось без волн поплавать. Но это мелочь на волнах. Тоже интересно попрыгать. Лежаков на пляже всегда было достаточно, в любое время можно было найти. Свободный, на пляже аниматоры всегда проводили всякие шоу, зарядки, конкурсы. В общем, было интересно. Про еду могу сказать только то, что кто хочет поправиться, вам туда. Еда самая разнообразная. Утром всегда свежевыжатые соки папайи, манго, апельсин, банан и еще какие-то. Очень вкусный кофе. Из мясных продуктов всегда были курица, говядина, индейка, ветчина, даже была колбаса, очень похожа на нашу варенокопченую, но я ее не пробовала. Всегда была рыба, несколько видов, также делали пиццу. Очень вкусное мороженое. В общем, обжираловка. Отдельно хочу сказать про аниматоров. Это чудо-команда. Они устраивали такие вечерние шоу. Красочные, костюмированные, интересные, очень дружелюбные, радостные ребята. Спасибо им большое. Итог поездки незабываемо. Желаю и советую всем там побывать. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.